О, да. Спасибо, авантюрист. А, приветствую. А, не в этот раз, окей. Спасибо тебе, умелый искатель приключений, что вернул меня в родной дом. Я была в плену у злого дракона Галатиана и на протяжении 10 лет выживала только благодаря объедкам и случайно пробегавшим крысам. Но теперь ты вернул меня домой, и я смотрю в будущее, как буду проводить время с моей старенькой бабушкой и всей семьей, которая младше меня и сильно зависит от моего выживания. И в знак моей признательности, пожалуйста, возьмите эти золотые монеты. Озвучено в странном местечке. Не забывайте подписываться, ставить лайки и еще что-нибудь написать в комментариях для продвижения этого ролика вверх и ввысь. Всех люблю, целую. С вами, как всегда, я, ваш Капрал Натурал. До новых встреч. As a token of my appreciation for over 10 years and only survived by eating by his minions or the occasional rat, but now I've been returned to Honeywood. You piece of shit.